Погнали наших городских. Я сейчас, подожди, Форест долбится. Статный клиент. Лодинг. Че, будем смотреть этот замечательный ролик? Так, я сейчас чекну, где катан. Люди катаны. Знаешь, это как эти, как дети, у детей есть глаза, или как, а, блядь, как этот ужастик назывался? Не у детей есть глаза, как, ну, дети, у холмов есть глаза, во! Ну, у детей есть глаза тоже, как вариант, неплохо пойдет. Встань и иди, сын мой! Так, я пока спизжу все, что не спизжено. Алло, ты где? Я здесь. Чем молчишь? Игру сворачивал. Так, все, я все спиздил, все, что можно было. Вечная альфа. Так, ну все вроде. Давай, что ты тут долго? Шлеп. Я в дамках. Ты мне потом сразу скажи, как делается сумка эта. Блять. Хворостовая, которая. Ща, гляну. Чтоб сразу ее сделать, чтобы можно было, пока идешь, ветки собираешь. Сейчас покушать сразу возьму. Так, а я тут вскрываю тут ящики. Чтоб хоть что-то пожрать было, а то. Так, сейчас тебе сразу скажу. Рюкзак для сбора палок. Кроличья шкура, две веревки и три ткани. А. Ну ты мог, в принципе, и не говорить. Ну, кролика она сначала там. Бля, не говори, что опять за кроликом бегать или с топором. Я раньше Бэмби пиздану. Так, где это? Что-то не все сундуки открываешь. Открывай все. Блять, да хватит рубить деревья, я хочу сундук там открыть. Это надо до хера. Бля, Бэмби мячиком пизданул. Ну а чё он бегает? Чё, прям совсем-совсем? Ну да, что тут нормально запастись аптекой. Надо еще, чтобы самопальные были. Это все мы в пещерах понаходим. Пидорский Бэмби, иди сюда нахуй. Я из тебя буду веревки вить. Бля, где-то кролики же были. Можно сразу пойти к контейнерам, там залутаться нормально и сразу спуститься за ключ-картой. Так пойдем за ключ-картой сразу. Чё мяться-то? Так. Пока бежим. Блять, компаса нету, никуда нет. В смысле? Так, а этот-то, нам туда, алло, ты куда пошел? Ты где? Я тебя не вижу. Наверх. А, вижу. Во. Погоди, я надо... Дай определиться в пространстве, где да, мы находимся. Надо яму пойти, я по яме определюсь. Ну, так яма вроде спереди. А, не, она прямо, вот туда, пошли за мной, я знаю, да, где да, мы. Да, нам вверх. Все, я понял, где мы. Или дай я чистить. Ящики таблеток собираю. Без таблеток будет грустно. Таблетки мой друг. А вот кролик нихуя не мой друг. Кролики хейтер вонючие. Блять, кролик в камень убежал. Миссисик... Можно сразу в эту пещеру зайти. Сейчас я гляну, куда мы на нее выйдем. Давай, ты у нас сегодня будешь, короче, ведущим. У нас Хмельник сегодня с карты ходит. Пошли сюда, короче. Мы пока сытые, мы пока все. Пошли. Погоди, ну у нас да, же ничего нет с собой. Сразу... Алло? Почему? Я... Что нам надо? Ну, да ничего нам не надо. Я, короче, сделал метод Easy Breezy называется. Я уже 4 коктейля себе сделал. Короче, ты можешь хуй забить и просто вместо факела обматывай топор, да и все. Чё ебаться, взял, намотал на топор и все. То же самое будет. Ну да. Ну, это так, такой... Не, но палка подольше гореть. Ну, тут просто сказали, ну, когда я прошлый раз заливал, мне сказали, типа, Ром, давай, так будет быстрее. Огонь. Так, а что здесь у нас? А хз. Блять.
Ну, в принципе, ничего нового. Не, мы здесь были уже как. Блять, да ебись ты в рот. Ты только не бойся. Ну я же не. Ничего не боюсь. Так, можно засейвиться. Давай засейвимся сразу. Флайеры, пожалуйста, сюда. Да, спасибо. Тут какой-то проход. А, я понял. Мы можем выйти сразу туда к контейнерам, и там сразу лежит это. Карта? Да, да, да. Ну давай, давай. Она где лежит? Она где-то в ебенях каких-то лежит. Ага. Ну давай. Лежит в ебенях. Не, ну вот это ты у нас шаришь в этих делах. Ты у нас картой, ты у нас будешь. Ах, прелести двух мониторов. Блять, кончился фонарик. Погоди, я снова подожгу свой топор. Хорошо, ребята иногда пишут в комментариях, я могу по их подсказкам делать какие-то полезные вещи. А, снизу, ребята, поднимись наверх! Там дети. Дети и два парня. Погоди, я залезаю, я залезаю. Там дети Шурикен. Чё дети? Дети Шурикен. Это не лучший метод. А, да вон они, смотри. Так, а чё, пойдем спустимся, да и всё. Подожди, я не хочу с этими пидорами мелкими играться. Ты пожечь-то не... Я забываю. Гори нахуй в аду. Мяу! Смотри, они танцуют. Это завораживающий танцующий пальцы. Ты гори, пидор, блядь. Ох, двоих сразу, еее! Смотри, смотри, смотри. А ребенок доволен. По-моему, один натанцевался. Минус два. Ну все, пойдем. Блять! Что ты делаешь, инвалид? Ты меня столкнул вниз, ты в курсе? Я тебя не толкал. Ты меня столкнул вниз. Пизди, блядь, мелкого. Ты спускаться начал, и я упал. Ну, повезло, я по самому краешку скатился. О, чебле. Не, ну этих мы трогать не будем. Нам еще баллон найти. Так, по идее, после воды нас будет вести на спуске налево. А, блядь, а баллоны? А может и без баллонов проплывем? А баллоны? Блять, я ебу. Ладно, не буду рисковать. Есть там куда дальше, да, чё? Давай. Не, вроде без баллонов. Для тех, кто не понял, просто решили пройти, потому что там вариантов не было. Там заруиненная катка была. Да, там без варианта, там... Ну, не, можно было пройти, но это... Настолько надо упороться, что... быстрее будет перепройти заново. Вот два персонажа у нас. Один идет сюда. Нихуя он! Джероним, а ты ли это? А вот. А, вот. Все, тряпка сгорел наконец. Съебись, блядь. Ну давай, иди сюда, ну ёпта, блядь. О, он меня обнимать пошел. Добивай нахуй. Все, все, все. Вскрытие показал, он умер от вскрытия. Еще один сзади тебя. Еще. С девственным лицом. Боже. Партия. Всё, меж булочек кинул, все нормально. Так, намотаю тряпку. Намокай тряпку. А я тоже, кстати, намокаю, на всякий случай. Нихуя не видно мне. Ну, это самый. Тряпок все равно в этой игре до еби не матери. Бля, как ты рукой прикрываешь, с которой горит? Ой, блядь, их много здесь. Три человека и дети. О, не горят. Ну да. Тряпка же горелая была. Бля, надо было по тем, которые не горят, чувак. Ну, двое осталось. Двоих убили, двое осталось. О-о-о-о! Харакири летит! Минус дитё. Еще одна прикатилась. Прессанул еще. Давай, давай, давай. Не, она еще живая. Теперь минус. Красава, красава. Что, сука, блядь? А, прикрой, я тряпочку намотаю, чтобы быстрее кончить. Чтобы быстрее кончить, тряпочку не обязательно матывать. А ну пиздюшня сюда. Там тебе что-то кукарекнул. Да хуй ты с ним. О-о-о-о, она на меня прыгнула. Нормально, минус вроде. Ебать, чего не сгорели, блядь? Не чирикает. Ну ладно, ладно, давай пиздить просто. Но они неграми стали.
Блять, I need help. Они меня в два лица там пытались убить. Слушай, а там где-то еще многоматка должна быть. Нет, давай без нее обойдем. Слушай, а тимдамаг есть в этой игре или нету? Вроде есть. Дай попробуем. Проверять я не хочу. Не надо проверять, у меня хп и так мало. Я тебя палкой ткну, алло. Не надо мне пакать. Пакай. Пака. А мы еще, короче, из пассажиров должны найти кого-то. Ядрить, колотеть. Парень. Эй, парень, не хочешь в переписке поучаствовать, парень? В переписке населения не хочешь поучаствовать? За кого голосовать будешь, парень? У тебя что, карта или что это? Это переписка, я же говорю, пассажиров. Че ты топор не взялся? Так, куда мы идем? Ты в курсе? Вверх давай прощекаем насчет лука. Ага, что-то мне подсказывает, что ты не знаешь, куда мы идем. Не, я знаю, но просто надо, блядь, в воду спуститься, там сзади, где мы были только что. Выпиздили этих людей. Сейчас просто залутаться. Да ну хорош так замахиваться, дурацкие. Тряпочки, тряпочки. Палки, палки, палки. Так, наверх мы поднимаемся. Будет налево проход и направо. Сейчас чекнули правильно, я ориентируюсь. Давай, я здесь постою. В принципе, никуда не спешу. Блядь, там жмых бегает. Два жмыха, сука. Туда пришел, не? Ясно. Там три жмыха бегает, я не хочу. Они спустились! Ты чё за Джеронимо, блядь? Это последний. Ух, ебать, хп, блядь! Всё, пизда ему. Да, я захавал эту блядь. Там еще кто-то есть? Судя по крикам, да. Так, а нам туда, наверх, да? Так, сейчас, сейчас, подожди. Давай, чекнем. Так, верхнего пиздюка я убил. Гуси, заебись. Какие гуси? А, гусиное озеро. Так, ну там еще один, ну ладно. Но. Что ты мне скажешь? Давай наверх просто поднимемся, хочу сориентироваться в правильном направлении. Парень, иди сюда. Воля, 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 воля. Ой, как так вышло-то? Неловко. Ебать, он прыгает. Что это за поза такая? Что это такое? Все, ебите меня, я свободная. Так, где мой топор? Знаешь, как говорится... Не, у не пьяно не ардер, не ардер, короче, в заднице даже повторить не буду. Маленькая должна быть комната. Но не сказал бы. Нихуя, блять. Мы куда-то в другое место пришли, да, собственно? Нихуя, блять, что это карта какие-то, что я такую ориентируюсь. Возможно, какие-то переделки были карты, с новым патчем же тут что-то латают. Фотография черных. Что там? Я нихуя не вижу. Ой, бля. Ой, блядь, там сосущая женщина. О, помнишь это место, где, блядь, дуева куча мертвых детей? Да. Вот здесь мы находимся. И что, нам туда? Туда. Бля, а как ее убивать-то? Наебу, у нас... А у меня же есть, блядь, одна бутылочка. Ну, у меня есть... Я могу 4 сделать. Я сейчас буду. Только, блядь. Поджигать бы их еще, блядь. И попадать. Я... Она стоит прям как я закину. У меня уже кончилось. У тебя есть алкоголь? Где она? Вот, сразу под нами. Встань вот, где я стою, вот как раз справа руки уже закидывают. О, хорош. Пускай бегает. Сейчас она потухнет? Да, да, да. Подамажим пару раз. Она просто выгорает и все. Там еще эти сюрикены бегают. Сюрикены, да, пиздюки этот. Вот эту сосущую надо. Так, она успокоилась.
Ну, два раза уже закинул. У тебя есть еще? Еще два. Не, ну я так ее потушу, но... Флайер у меня кончился. Эй, хрен с ним. Там мы видим, что там два ребенка, все. Третий раз. Интересно, сколько надо. Вот и проверить заодно можно, сколько она танкует. Впитывает. Че, все? Четвертый пошел. Бля, четыре, и она все еще жива. Ебанутая, что ли? Толстый умирает с четырех. Не. Тебе еще жива. Ебанутая, блядь. Че, пойдем убивать ее, что делать-то еще? Ну, блядь, надо так спуститься, чтобы дымак не. Давай, я первый пойду. Давай, попробуй как-то там аккуратно. Тебя сейчас буду направлять. А че направлять-то? На все равно. Справа спускаешься сразу справа тебя. Бегает, ебется. И нахуй. Давай, 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 давай. Сюрикены, блядь, меч. Сюрикены очень сильно дамажат, кстати. Ух ты, блядь. Минус сюрикен. Три раза пизднул. Бесится. Танкую пока, танкую пока, танкую. Маленький хуесос снизу ползает. А, блядь. Ебать. Убери маленького хуесоса. Сюрикен за тебя, ебать. Чувак. Да, блядь, у меня хп нету, надо подковать. Есть, походу. Блядь, сюрикен, идите нахуй. Двое сзади, трое. Бля, это что ж ты, блядь, будешь делать? Говно, блядь, мелкое. Надо что мелких ты? Пиздюков больше убивать. Матка это еще не страшная тема. Она их рожает. Она на нас не смотрит. Да у нее нет на это времени, она рожает. Еще один. Минус. Ой, блядь. Она на меня охотится, на меня, на меня. На. Держу ее. Там она блок не может пробить. Все. Все, убили нахуй. Е-е-е. Там где-то еще дитё ползал, слышь? Пиздёк нахуй. А, вот он. Блядь, ты что, тебя убить хотел? Да все, все, сзади умер. Вон он ножкой шатает. У меня последняя пачка таблеток осталась. Ну давай, пошли. Сейчас она. Ну, в блоке она, короче, не бьет. Точнее, не может пробить. Так, мы в яме. Да. Если мы в яме. О, нашел карту Сахара, вот она, походу. Есть, это она и есть. Да, 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 это оно и есть. В руке лежит. Да, это она и есть. Вот эту карту нам надо было? Да, 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 да. Это оно и есть. То есть мы каким-то неведомым чудом ее нашли. Да. Вот он, это оно и есть. Так, ладно, валим. Дальше что у нас там по плану? Ну, в принципе, акваланги нам надо найти и ледоруб надо найти. Ну, так, а меч? Меч можно найти, ну, по дороге. Я просто не помню и не показывает мне, где найти ледоруб и баллоны. Ладно, ладно, пойдем. Тогда я подожгу свою палочку. Нихуя не вижу. Так, мы в этой комнате, можно... Можно куда пойти? Налево? А, мы оттуда пришли, все правильно. Давай туда налево. Там выход. Давай. Блять, кто-то об меня сейчас потушил. Факел. Ты знаешь, как стоишь и нечаянно кто-то об тебя пепель. Ну. Я твои зубы увидел. Я твои глаза вижу, прикинь, это страшнее. Почему у тебя попа красная? Жарко. Она мне щупальца не просто туда, знаешь, так шляп-шляп. Иди сюда. Ай, хуже здесь. А, осьминоги. Бля, да что такие пути, ебаные. А это, по-моему, единственный такой дурацкий путь. Так, есть спуск. Больше я не помню, у нас на пути ну, какие-то. Я туда не хочу спускаться. А хотя, блядь, я просто не помню, где эти ебаные, блядь, акваланги. Они где-то на краешке лежали. Вот типа такого помещения было. А там перед спуском в глубокую какую-то хуйню. Да, я спущусь. Да, 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 было тут. Помнишь, да, там перед самой водой? Да, 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 да. Там был баллон, лежал, два баллона и. Да, 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 да. Ну такой маленькой полукомнатки. Здесь явно какая-то пиздобратья есть. А, пиздобратья в обратную сторону, все нормально. Судя по черепам. Возьмем Йорика с собой. Таблетки возьми, вон валяется. Еще таблетки. Отлично.
Это нас, видимо, к матке той готовили. Так, а тут что? Что, вообще ничего нет? Должно что-то быть? Да нет. Это, видимо... Так. Ну, понятно, видишь. Такая комната, блядь, два таблетка и все, как-то... Да, прям совсем... Пизда боль сам попахивает. Так, таблетки я забрал, можно идти. Не, ну тут круг есть спасательный. Но я думаю, это не особый помощник. Так, надо водички попить. Как я понял, с голодом особо можно особо, ну, как бы не париться в этой игре пока. Голд это последнее, что меня здесь убьет. Да, есть. Хватит там и дебинил уже. О, алкоголь здесь. Где водка? Да, все как в том видосе, я смотрел, где этот ключ находится. Вот и вы. Ну все, все. Ебать темень. Мы сейчас должны выйти к этим. Кому? Контейнерам? Да, все правильно, все верно, все верно. Да, мы контейнеры. Так, карта у нас, хорошо. Это же полуспеха. Нам бы кролик. Ласточка! Я сделал это. Я охуенно ориентируюсь по карте. Кролика бы отпиздячить. Тапки пошли сюда, нахуй! Сюда, нахуй, тапок пошел! Иди сюда, так, пес ебливый. Схемы пособираю. Ты, блядь, не кролик, ты в курсе, дебил? О, твоя, блядь. Ну я пока лутаюсь. Они, кстати, если могут что... своего товарища вроде как унести, если я как не если не ошибаюсь. Если что, ты ори, я побегу. Да не, я не. Здесь вторая шлюха ходит просто. Больно, больно. Ой, больно. Прекрати же. Ты меня убьешь так когда-нибудь. Не в этой жизни, сука. Ключ-карта у нас, это уже... Ты что, живой, что ли? Ну-ка, исправим это положение. Я ему бью, он хихикает, блядь. Может, мазохист? Не знаю, может, нравится, действительно. Да, блядский кролик, как кролик-то поймать? Карт я набрал сам интересный. Бля, кролики убегают. А вот-вот, за это я и говорю. Чи-чи-чи-чи. Пиздячий кролик. Он сдох или просто сел? Я убил кролика! Заебись. Так, надо и чё? Три веревки и две ткани. Или наоборот, я уже не помню. Три веревки и две ткани? Блять, у меня нету веревки. Я не помню. Или можно к веревке, знаешь, где спиздить? С этой лодки. Ну или в лагерь вон туда влево сходить, в лагерь этих уёбков. Там тоже веревки есть. Так, катана у нас от... Так, надо катана алкоголь собирать. Идея. Можно пойти за катану. Так, пойдем. Я кроликов уже наловил. Короче, кратер. Я хочу в ручки взять. О, камешек. Теперь можно еще одного кролика пиздануть. Мелик, там где-то уебан. На тебя чувак бежит. О, вижу три. Че они такие уебищные? Они просто могут... на упреждение кролика пизданул. Ты че, еб... Блядь, че ты ржешь, блядь? Ебанутый. Воу-воу-воу-воу-воу! Чё вас так много-то, э? Ху-ху. А ты чё, такая строптивая? Блять, надо ответить на телефон, сука, срочный звонок, блять. Сейчас. Я сейчас это и отвечу. Я в неё сейчас отвечу, бля. Всё, ответил. Так. Супер. Так. О. Слушай, да иди ты нахуй. Я тут на кроликов охочусь, ебанько. Так, тут есть сундучки, ты если что... Жри дерьмо, хуесос. Я тут, блядь, на кроликов охочусь. Этот пидорас взял меня, подбежал здесь с криками. Что ты там делал?
Да тут ящики. А. Ты чё, блядь, вы чё, по сговору здесь ходите? Ты-то чё здесь забыл, дебил? Мяу-мяу-мяу, иди сюда, нахуй. А если я? Ну что, хуепутало? Уже не так весело? Да они что-то приходят и приходят, все по одному да по одному. Ебанутые, блядь, наверное, обозлились, что мы нашли ключ-ключка. Мне кажется, спайс объелись. Блядь, чё, просто аннигилятор кроличий, блядь! Минус две ящики, отлично. Можно пожевать. Так, а слушай, да пожевать от кролика три штуки можно. А, ну, кстати, отлично. Ты разогрел? Кролика убил. А где камин? Я еще не делал. Давай я сейчас сделаю такую минимальную базу. Ну, просто пожрать чисто. Все равно броня не помогает в этой игре, поэтому игуан, ну, вообще не... Есть листочка, два штучка. Дай, ну, два ты да клади, я закину. Ну, я уже все сделал. Закинь два листочка. Отлично. Поджигаем. Давай, на брудершафт. Ебать! Парни сели перекусить. Давай огниво устроим еще. Четыре кролика, блядь, и две игуаны, блядь, заебись. А как ты увидел? Я посчитал ушки. Блин, что-то в какие-то моменты подлагивает. Ёпта. О, вижу. Да, игра сама. Два пидора прибежал. Парни, дайте пожать. Во-во-во-во-во, что это за лаги? Что это за провисоны? Что происходит? Игра! Не, у меня все нормально. У меня он решил полагать что-то. Так, уберем. Как взять с собой эту? Как с собой еду взять? Да бог его знает. Жри, пока есть. Мне уже некуда жрать. Просто ешь. Уже все, наел. Пей из нее сок. Сзади мужчина пришел. Блять, подожди. Да ёпта, да что так лагает-то? Может, место такое просто? Может, у меня тут спустилось до 2-3 FP. Можно пойти засейвиться, тут недалеко есть точка сейва, и если что, перезапустить игру. Мне тоже просто лагает, начал лагать что-то. Тебя тоже лагает? Ебать, лагает, лагает. Я не знаю, что это за дичь. Вот туда, в ту сторону. Ебать, как будто 2 кадра в секунду. Да-да-да-да-да, я и сам не понимаю, что за прикол? О, вроде... Не, не отпустил. Чё это за дичь такая? Палатка есть недалеко, сейчас засейвимся. Да вы заебали, блядь. Чё за лаги? Это, судя по всему, сервера так и бесоёбят. Блядь, парниша, блядь. А, женщина. Ебать, меня она подкинула! Ебать, пол хп, блядь, ты чё, блядь, там будет... И Бэмби побежал. И Бэмби за ней бежит. Блядь, да что так лагает-то? Женщина, подожди, дай сохраниться, блядь, невозможно играть. Парни, не поверите, реально лагает просто в жуть. Блядь, а ты ебанутый, шо ли? Давай пиздимён, нахуй. В 2,5 кадра, блядь. Да, блядь, как-нибудь хотя бы, заебала она. Тебя лагает? Когда пизжу, не. Пиздец. На, нахуй, заебала. Ебанутые, блядь. А может, давай сейчас засейвимся и ляжем спать? Может, отпустим? Ну, давай. Я хрен его знает, но FPS где-то до 10 спустился. О, вот. Не-не. Не-не-не, лагает. Давай перезапустим все это дерьмо. Давай. Сейчас. Я вообще игру перезапущу на всякий случай. Я хрен его знает, что он так это завелся. Ну ладно, так, давай перезапущу. Е-форест. Очень дикая хрень, честно отвечаю, очень дикая. Да, это начало дико. Только чё вдруг-то? До этого бегали ничего, а тут на тебе. Ну, может, что-то забесоёбило. Ну, может быть, может быть. Так, сейчас. Бросает он приблосы, короче, всё.
Погнали. Гейт 5, гейт 4, давай. Гейт 3, 2, continue. Давай, погнали. Что это такое, друг? Я даже сам не растерялся. Чё это, друг? Я просто не могу понять. Тут пишется save и gate. Ну. Точки, типа. Я не знаю, что это. Ну, gate, понятно, врата. А вот save я вот... Ну, это, видимо, палатки? Да хз. Ну, но все подземелье, знаешь. О. Или входы. Походу, входы. Я не знаю. Все, вроде как попустило. Так, мы ушли туда, нам надо круче. Ну, это какая-то дичь с оптимизацией. Надо идти к кратеру. Так, давай дождемся утра, потому что нихера не видно. Так, и чё, куда нам сейчас? К кратеру. Флайера возьму. Тебя возьму. Все, пошли. Кратеру, это к этой дырке, что ли? Да. И что там, есть как-то где-то я вход? Я туда ориентироваться буду, мне проще. Mm. Ну ладно, давай. Как ориентир. Ну благо здесь прямо бежать. Ну так, на искусство. Да, плюс-минус. Помню, в первых, ну, ранних патчах там просто ничего не было. Там была река. Да, там карта вообще очень сильно отличается от старых версий. Ну да, ног добавили. Новая побольше. А пошли палатки золотые. Где? Да, вот. Давай. Так, флайеры. Это хорошо. Деньги. Так, ну флайеры только разбодяживают. Руки в палатках лежат. И дети. Дети зажаренные. Где ты детей-то тут увидел? Это максимум памперсы. Блядь. А, это? Грибы хуя. Это может карлик. Ты не думаешь, что маленькие дети могут быть карлицами? Нет. Блять. Мне нравится, как ты собираешь предметы. Взял 10, положил 10. Не, он вдруг лезет. А? Не лезет. Блять, не люблю, когда они так... Как будто, блядь, там брыгают стоят. За тобой коробка едет. Это не за мной, а я ее везу. Ага. Где-то сзади меня, да? Да. Там кто-то хрякал сзади тебя. Я подозреваю, что это был мужчина. Да пускай мужчина идет нахуй. Так, мы вернулись к контейнерам, заебись. Мы не туда побежали. Да, нам вот так вот туда. Вот так вот, вот так вот. Ну ты тоже не туда побежал. Нет, ну я-то тут. Я потерялся в лесу именно, куда бежать. Ты хочешь съехать, сказать, что я виноват, да? Вот так вот опять. Да, да, ты меня дезориентируешь. Неси меня, олень, в свою страну оленью. Первый. Где-то тут олень. Первый. Он даже разговаривает. Он назвал себя тайным именем Бэмбу. Имя любимое моё. Твоё имя. Сюда мы заходили. Так. Так, ну я уже почти возле кратера. Не возле кратера, а возле деревни их немаленькой. Ох, это маленькая деревня. Пошли залутаемся, иди беги ко мне. Иди там беги. Пиздюки бегают. Ну шли отсюда. Так, алло, я нашел.
Слышь, иди сюда. Я что-то не могу понять картины. Он, блядь, спит стоя, блядь. Кто? Абориген, блядь, он спит стоя. Что это за хрень? Сейчас, погоди, чекну. Погоди, не трогай его. Я не пугаю, я в тень ушел. А ты где? На моей нике. Я его не вижу. Блядь, сюда один парень бежит, он меня заметил, походу. Нет, два. Женщина. Сука. Я по ответственной скале, блядь, на картонах поднялся. Идите нахуй. Я не вижу тебя. А, вижу, что появился. А, забавно, но твой ник пропадает периодически. Ну, это ранний альфа. Женщина убегает, а парень на четвереньках за ней бежит. Заебись. Романтик. Ты чувствуешь, когда тебя самка приносит? Как в старые добрые времена, бля. Пойди, догони, забери домой и... И назови женой, я понял. Ты будешь моей любимым мужем. За сиську так тянет и несет, да. Так, любитель всяких. Я вон тебя вижу, давай, иди сюда. Погоди, тут снова ящики зареспавнились. Ну, блядь, ну сейчас парень проснется, я уберу. А где ты, блядь? Ну вот, смотри, я вот к воде беги. Так ты, какой воде? Понимаешь, нету надписи. Направо. А, во, вижу. Прямо вижу. Давай. Так. И? Теперь смотри, только не спугни, блядь. На картонах подошел вот так на скалу, блядь, сюда. Вон, видишь, парень стоит, спит стоя, блядь, это хуй с работяга. Тихо. Ну, он смотри, блядь, он справа, вот видишь, где два домика? Он, видишь, стоит, блядь, спит. Он стоит? Он стоит и спит, блядь, это гусь работяга. Не, это хлещи. А ты знаешь, как кони спят? А, стоя? Да, видишь, боевой конь. Блядь, их там два, похоже. Давай, лево ты забирай, я право прижили пса. Хотя давай наоборот. Подожди. О чем они думают, когда спят? Слышишь, а когда они нюхают друг другу подмышку, о чем они думают? А чего они ржут? Слышишь, такой позе... Чем блядь? Слышишь, такой позе ты поспал, а я посмотрел на тебя. Подожди. Стричь чуть-чуть быстрее. Давай. Оу, yeah! Оу, yeah! Давай паровозиком. Нормально, парни. Блядь, это волосатый. Не волосатый, блядь, подбри, кузяк. Вот уёбок, он смеется над моим другом. Еще нравится, блядь. Он ржет над моим другом, сука. Он не маленький, просто холод на улице. Ёпта! Они продолжают смеяться! Чё за хуйня была? Чё это было вообще? Да, какая-то очередная бага. Не парься, это нормально. Слушай, есть идея веревки забрать. Так, чё ты там говорил? Сколько надо? Две веревки. Две веревки и три ткани. Или наоборот. Я просто уже не помню. И кроличья хуйня, да? А, да, вот она. Все, да, так оно есть. У тебя есть веревки? Да. Откуда взял веревки? Да вот они здесь висят. Где? На потолке. Две веревки, да, надо? Да, две веревки. Три ткани и... Так, забирай флайер. Блять. И главное попытаться, да, взять его? Ну я поменял, блядь. А вдруг это лучше будет? Так, здесь засейвится. Можно я засейвить? Всякие пожарные. На какой такой пожарный? Ну мало ли. Ладно, погнали дальше. Слышь, там братья их пришли. Это Тимур. Блять, он на дерево залез! Ебать! Смотри. Тихо, блоки держи, это ваншот. Если этот Питер спрыгнет, это ваншот. Ебать! Что это за хуйня, блядь? Ты смотри, как он делает, смотри. А, где мои таблички? Хмелик, где мои таблички? У тебя есть таблички? Давай 10-10 им поставим. Блядь, тут женщина пришла. Нет. Это мужчина, ты что? Это бритая или бритая женщина, или... Так, два сибэмса сюда, мне это не нравится. Они какие-то дикие. Прыгающий мужчина пока... О! Он спустился. Тарзан уже не так, на дереве. Сюда можно спуститься, только я не понимаю, где я нахожусь. Здесь правильно, правильно, правее давай. Он справа находится. Ой, да вон она. Сейчас сориентируюсь. Да вон дыра. А вот, да, кратер вижу. Ну справа и была.
Так, ну давай. Кратер, нам надо вот сюда, где самолетик наш. В ту сторону. Так, мне надо покушать и попить. Так, штурчики. Я парням скинул сиденье удобное внизу, чтобы посидеть можно было, а то бегают, бегают все парни. Да, вдруг там, блядь, устанет этот жирный петух. Кстати, там, по-моему, стоит, наверное, просто пробежаться внизу. Да, да, я так. Это самый эффектный способ, потому что. Ну, это просто жопа их убивать, бегать. Так, по тропинке сюда. Далее. Так, на ключ у нас уже в ручках. Да, на гору надо залезть. На гору, на гору. Да, и? Там где-то по центру должна быть вход. Или в полу, или типа так, пещерка. Наверху? Да, 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 наверх. Так, и куда мы так пройдем? Так, бля, по ответственной скале пошел, бля. А! Че там залезать-то? Че стараться? Понял. По водопаду, бля, вообще похуй. Не, ну в жизни так тоже можно, наверное. Так, нихуя себе здесь дуб. Дерево растет, и можно срубить? Не, нельзя. О, давайте решим. О, сундучки есть. А там рыбка. Два копья. Не, пить не хочу. Да ты задрал. Так, нашел пожрать. Так, вроде усу. Так, надо попить. А из этой помойки как попить-то? Нахуй тебе надо. Так, подожди, да я сориентируюсь. Где-то вход вот тут должен быть. Где-то здесь. На вершину. Где-то вот. Парни, есть самые бесполезные вещи. Вон. Бегающая лени и вот этот парень. Тут деревня ихняя. Походу там вход. Шли, иди сюда. Погоди, я игуану. Вот, нашел. Иди сюда ко мне. Две секунды, погоди, я игуану скрываю. Бля, енотика бы найти, ну ладно. Очень просили енотика на палку. Знаешь что, это карамелька на палке. Только енотик. Ого, тут деревья. Дышат. Шли нам сюда. И? И вот сюда. Заных она, видишь, блядь. Секретность уровень код. Без карты бы хуй сосали. Да, наверное, мы просто не нашли бы его. Ебать, здесь пусть. А, так я здесь поднимался. Мы здесь были уже. Да, я это... нихуя не вижу. Но я чую звуки. О, блядь, парни. Здесь парни есть. Блядь, а кто там курлыкает? А почему меня парни бьют? Ты спустился, да? Да? А где ты? Я сверху. А. Так, вот блок. Сзади, сзади, вот они. А ну, ты чё такой симпатичный? Где загар? Так. Минус один. Там кто-то мялкал, слышишь, за углом? Какой? Да ты, да блядь, ёп! Зубами разбрасывать. Сдохни, блядь. Тихо, тихо, добивай его. Блядь! Вместо мина. Бродю-то вбивай, зачем? Мяу. И его. Красава. Можете теперь таблетку схавать. Так, дай-ка поджечь. Свет есть. Че, пошли? Нихуя не вижу. Сейчас сориентируюсь, где мы. Да, я в палатку полазаю пока. Большая пещера, есть проход, по идее, прямо. Сейчас должен быть такой узенький. Если не ошибаюсь, какой-то хуйню. Знаете, подсказки, где что копать. По идее, там должен быть узенький проход. Так. Сейчас посмотрю. Фонарь только зажжу. Ну там нет, там засыпано. А, не, маленький проход там есть, да. Где? Да дальше, вон там, право. Или нет? Где? А, не, знаешь, засыпало.
Значит, засыпано. Так, если у нас засыпано... то мы все умрем. Это я так и понял. В противоположной стороне должен быть узенький проход. И сейчас налево... направо. Подожди, дай я сориентируюсь. Мы спустились вниз. Ну вот проход. А, все верно, все верно, все. Видим. Ой, ля, с карты не ходи, показывай, куда идти. Да, блядь, там чувак. Блядь, там многоножка. Угу. Чувак. Не ходишь. Ты же правда не поднимешься сюда? Правда ты не поднимешься сюда? Как я начну двигаться, ты ори. Да, блядь, я в режиме крафта. Я эти, коктейль молотов делал. Я поджег. А, ты... передо мной решил ее поджечь. О, блядь! Чуть не срал. Давай, давай, сюда ее. Сука, ебаная я, блядь, дура. А, что? И она не заспалась, заебись. You dying... чего? Что там? Что происходит? В смысле, you dying, блядь, отъебись от меня. А, блядь! Я понял. И я понял, где... блять, блядь, без топора, да, хоть топор взять. Нихуя не вижу. Вон она, передо мной, вот сайт. Вот кукурумба. Да. Стою в блоке. Сейчас вот, комбировать буду. Ну, она меня пока не убивает. Есть флайер, кинь под ноги, хоть видно будет. Сейчас подожгу, кину в неё. Не испугай. Блять, ну так себе флайер, знаешь ли. Блять! Она меня просадила, фул хп! Она меня убила! Ты что, ебанутый? Она меня пробила блок. И что мне делать теперь? Убивай ее! Сейчас, дай по веревке залезу. Или куда-нибудь. Дай, блять, топор хотя бы вытянуть. У меня был хп. Ну, значит, блок работает через раз. Встань, иди. Во, благодарствую. А где чучело? Ну, умерло. Ты убил ее? Да, убил. Красава. Так, дай намотаю тряпку. А где она умерла-то? Вот здесь у меня. А, ты ее добил? Да. Так, возьму я флайер с собой. Нихуя не вижу. Так, если мы... там мы сейчас должны спуститься, там должно быть озеро посередине ямы. Далее по комнате. Но пока что только жмышки висят. Половинки, я бы сказал. И проход в маленькую комнату. О, сюда проход, если слышишь. И что там? Я ебу. Отлично. Просто карты как-то, так знаешь, блядь, то ли пиздит, то ли не пиздит. Ну, мне кажется, где-то переделки были. Возможно, уже не так все как нарисовано. Ну, вот да, черепа стоят в обратную. Впереди, по идее, ничего не должно быть. Так, погоди, а там... а там ты не смотрел? Тут люди лежат с детьми. А тут что? Это похоже, типа, на вход в пещеру... ну, на выход, точнее, в пещеру, как мы сейчас... Да, и замотаюсь. Хочу понять, куда мы сейчас выйдем. Так, я кассетку нашел. Ну там куда-то дальше совсем идет. Нашел содовую. Так, и здесь два прохода. И здесь выход получается, насколько я помню. Ну и... сейчас, блядь, такие карты, блядь, что нихуя не понять. Рили, нихуя не понять. Слишком сложно. Да, нам надо еще найти два предмета минимум. Ходу сюда. Здесь, ну, поднимай сюда, наверх. Ну погоди, я тут газировку собираю. Я ж там исследовал дальний угол пещеры.
бы увидеть что-нибудь. Блять, да я тут сам не могу что-нибудь видеть, просто бегу вот на шифте. Налево, налево поворачивай, куда дойдешь до водички. Налево? Угу. Зачем я это взял? Так, и тут что? Я просто не помню, что тут. Так. Пойду в развитку. И чё там? ХЗ. Ну, водичку. Ебать. Что, толстый? Пизда. Опять? Ну там еще жмыхи мелкие. Ну мелкие, ладно. Три. Три парня там. Меня... Подсейви меня, ебка, за... Зачем? Побоем. Самая тупая идея, наверное, была сейчас. На, лови. Парень куда-то побежал. Парень, лови. Не стесняйся. Ну, блядь, ну хули ты отбежала, сука? Ебать, ты шо, ебанутый, блядь? Отойди от меня. Блядь, я... Ох, ебать! Чуть, блядь, печень не откинул! Их дохуя. Я в курсе! Их очень дохуя. Блядь, ты там держись. Окруженный не сломный. Да, блядь, мне это манда кучеглазая, блядь, за мной ходит. Закидывай ее, блядь. Чем? Мочой закидывать? Да. Мне есть чем мне кинуть. Но я не уверен, пока... что это... Я пока петушку подкликаю. Я просто буду достать молотов, потому что я сейчас... Я в нее кол пустил, но она все еще жива. Ну а там надо много в нее скидывать. Она не смотрит на меня. Она, кажется, глухая. За момент, блядь, истины, сука. Братан, я вижу какое-то уебище. Она вот похожа на поджог, Стаса. Сука, двоих поджог нахуй. Брат, более уродливого существа, чем это, я не видел. Так, минус... Не. Не, минус один жмых, да. Шутки про мама картовода актуальны? У меня тут негры бегают. Видимо, актуально. Вызывай Куклус-клан. А у тебя эта курица еще ходит, да? Да, вон она. Ты парней развлекай, она заглючила. Анекдоты расскажи им, что ли. Ну сейчас я их развлеку, можно будет просто ее пробежать. Просто... Вот там, кстати, парень распят, помнишь? Да. Да ты умри, блядь, заебал. Keycard can use it... Ебать, они толстые. Мелик... Жрать хочу. Мелик... Она общительная. Мелик... Очень обнимашек. Скажи ей комплимент. Ву... Ты чё ебанутый, блядь? Мэм, у вас слишком много рук. Ты иди нахуй отсюда, пидор. Ты убил последнего? Да нет, блядь, они слишком толстые, не умирают. Все, вижу, этот упал. Давай, да. Один остался. Один остался? Да. Ну просто это хуепутало, тут бы все бродит. Я ей расскажу. Все, как... все, убил всех. Всех. Так, если здесь много воды, значит мы... Пелик, просто по педалям давай. Сейчас соберу тут все, что нужно. Просто беги, блядь, эта худя за мной идет. Она умрет от инфаркта или нет? Я ебу, где тут катану найти? Куда здесь спускаться, я не знаю. Что, где-то здесь? Я не знаю. Пошли полутаемся. Да там бабка еще это бродит, я ж не убил ее. Да это иди сюда, хер с тобой. Да иди ты сюда, Что тратится на нее? На того не спускай. А это куда спуск? А чтоб по канату не спускаться, тут есть нормальный спуск. Ну ладно. Ой, игрушка Тимми. И два рисунка. Так, я голову взял с собой. Там не голова, это туловище.
А, да. Тут, похоже, можно целого собрать. А робота, потому что ноги... А точнее, голова попадалась уже. А, это на выход. Тогда я хотя бы чекну, где я буду находиться. Давай. То я вообще не вкуриваю. Где я, блядь? Карты ебанутые, нихуя непонятные. Лучше одной головы, может быть, только две головы. Так что я с собой ношу три. Ебать, здесь подъем. Так, я пока к женщине спущусь. Точнее, поднимусь. Где же ты, милая? Где? В так, анусе, я где же? В какой-то пизде. Слушай, ориентирование пространства — это твой сильный твой конек. Я возле какой-то водички, только я ебу, где это? Вода и ледник. Вода и ледник, вода и ледник. Ну это ж просто, я верю в тебя, ты сможешь. Ладно, допустим, мы тут. Так. Допустим, мы тут. Так, спускаюсь к тебе вниз. Давай. Допустим, мы здесь. Реально ебанутые карты. Очень ебанутые. Я в какие-то ебеня спустился. Так. Блять, у тебя что там пищать начало? О. More money. Ты там куда пошел, я не вижу. Я, короче... Женщине или направо? Налево. Левой стороны держался. Блядь, ебать. Реально, карта такая ебанутая, что нихуя не понимаю. Блять, тут просто сокровищница Нарзула. Мы тут не были, к слову тебе скажу. Что я столько не пиздил здесь еще денег. А да, мы здесь не были, я не помню. Видишь, это хуйню? Да что тебе сайт, ты говоришь, тут пиздец какой-то. Пошли шлюх снимать. Может, ту женщину снять? Можно. Так, таблетки все забирай. Если надо лечиться, лечись. Часы, блядь, хавщики, блядь. Все как лучше в домах Лондон, смотри. А еще какой-то рисунок. Что это значит? А это татуировка его. С него, видишь, это была у него татуировка на правой руке, на рукаве. Ну, рукав. Так. И это сняли скальп с него и вот повесили вот так. А, неплохой рисунок. Ебать. Катана, ёпта! А вот и катана. Я сам нашел эту хуйню. Чувак. Ниндзя нахуй. Прикинь, вот ты с картой пытался, а я без карты, и такая хуйня створилась. Ну реально, вот это реально фарт называется. Просто повезло. Её можно, кстати, обмотать? Нет, только можно эквип. Да было бы странно, если бы еще обмотать можно было. Тут что? Слушай, тут какой-то забор. Слышь? Где? Вот здесь я где. Видится. Забор, и там за стеной что-то есть. Бля, нычка! О! Фонарик, блядь! Фонарик нашелся, действительно! Ебать! Блять, ну это просто. У меня батареек нету. Да хуй с ними. Ну, хоть как-то. Да не игрушку, блядь! А где фонарик? Где? А, слева там. О, блядь, заебись, нормальный свет, блядь. Там, я не знаю, можем... Не, не пролезть. Не, пролезть. А смысл мы отсюда пришли? Ну, давай держать, блядь, её. Игрушку. Пойдем прямо. Да, а вот это нет, подфартило. Вот это подфартило. Нет, так, можно, в принципе... Пойдем за аквалангом, надо найти где-то.
Я не помню, где они, честно слово. Бля, надо акваланг найти и эту штуку. Ну пошли пробежим мимо эту женщину и пойдем дальше вверх. Так, может, ее отпиздить будет быстрее, нет? Да хуй на нее, блядь, ложить, чё время на нее тратить? Сколько флешлайта работает? Недолго. Так вон женщина там. Я просто помню, на каком-то бережку там было. Вон, стоит это, блядь, нубра, ежа. Шлюпок ход. К скалолазы, блядь. Ой, хп просадился. Бля, еще выбраться отсюда надо. Не, выбраться, нормально. Бля, я по какому... Она пропала, блядь, куда-то. Да она за нами бежала. Ебать, иди нахуй от меня, прошу, блядь. Блядь, Мельник, помогай теперь с ней. Она мне не достает. Ах, тебя достает, блядь, просто беги на ране, блядь. Просто на фасте беги. Беги от нее. Тут мужчина между столбов застрял. Все, она тут не пройдет, здесь слишком узко. Блядь, я слышу ее бег. Блять, фонарик, конечно, не к черту, но хотя... Да вообще дерьмо, честно, по-моему, проще этим... Может, батарейки сдохнут. Зажигалкой хуячить. Содовая лежит с ним. Ну, тут единственное, что его зажигать постоянно не надо, он... Право, пришли тогда назад. Всегда зажжен. А содовая-то зачем? Правильно. Эхо работает. Рисунки, ну что, зови. О, Тимми что-то рисовал. Тимми знает что-то в искусстве. А наша европейская семья продолжает путешествие. Нихуя не видно. Что-то поменял сразу же? А я ебу теперь где. А знаешь, что можешь сходить? Помнишь, у озера вниз спуск был? У озера? Какого озера? Да. Озеро, которое напротив дырки был. Откуда мы как бобры высунулись из-под воды? Да, выплыли. Можно в обратную сторону заплыть. Блять! Ебанутая, блядь! Самурай бой. Так, ебаю отсюда. Че, самурай на тебя напрыгнул? Там. Заебали пугать, ей-богу. Уйди, у меня фонарик. Мы к деревне пришли. О, давай зачихнем каталом, кстати. Да я вот и хочу проверить. Ебать, распотрошила парня! Ебать. Ну она чисто физически должна это убивать. Там вижу парни бегают. Так в этой деревне, по-моему, спуститься вниз можно. Нет, это не та деревня. А какая не та? В этом и не были. Ну это не та. Бля, я даже не могу понять, что это за деревня такая. Что там, да? Блядь, бежит. Уебище. Так, где мы находимся? Я не понимаю, что внизу. Женщина, мы, по-моему, блядь, правее от цели. Пиздец, блядь. Ебать, она рубает. Ну. Мы, по-моему, справа от острова. Что там опять крякало, блядь? В этой темноте нихуя не видно. А вон, 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 свищу. Там два парня. Блядь, стремина кончилась, сука. А уйди от меня. Надо будет сейчас бахнуть. Еще один идет. Вон внизу. Да блядь, ну... Чё ж ты рубаешь его? Чё он меня рубает, как лежачего? Блять, мне нравятся эти методы убийства. Пойдем. Так что, может, через озеро? Слева от нас находится озеро. Там же и дырка слева находится все еще. Там дырок много. Нос корабля. О, пошли. Пойдем, нос самолета. Там еще не были. Ну, нам левее просто надо будет потом идти, и все. Пойдем посмотрим. Р. Разнообразие. А, я понял, где мы, блядь, почти в самом углу карты справа.
Ну-ну. Хоть распидрас его самолет, конечно. Ну, прикинь, нос нырнул здесь, а... Хвост там. Да. Хвост по центру карты, блядь, а нос в ебенях. Я так подумал. Фонарик нужно вырубить. А здесь часом нету крокодилов? Ну или акул, например. Ладно, за крокодилов. О, пилоты. О, какая-то выписка. Ракетница, блядь! Да. Так, ну ракетница у нас есть. Блядь, уйди от меня, хватит тыркать мне в лицо это хуйню. Я что-то взял, только я не понял, что это. Где? Журнал. Не-не, там что-то другое было. Я катану, короче, буду с собой таскать. Ебать, она уничтожает. А, поднос пиздил. Тут детсадский... Флэрган у нас есть, заебись. Четыре человека, как минимум, я вижу. Нам бы налево съебаться от них. Они как раз направо ушли. Так, там, кстати, справа возле гор есть тоже спуски. Мы там не были. Ну... Пещеры. Можно даже через три пещеры выйти на центральный, ну, в яму. Ну, так а нам пока не надо. У нас нету, нечем нырять. А там по дороге, кстати, ледокол можно будет найти по-любому, потому что это зимние эти точки. Что там? Где оно? Кейбу. Это кролик, что ли, орал? Я не думаю, что кролики так орут. Я вообще не знаю, как кролики кричат. Ты знаешь, как кролики кричат? Нет. У меня никогда кроликов не было. Знаешь, так и всю ненависть тебя вливает. Ебать, я паркурщик, блядь. Ебать! Тихо, погоди. Это знаешь, как в детстве, как играть в лаву? Фрилансер, блядь. Все же в детстве играли в лаву. Ты же станешь на землю, там лава. На полу лава, тебе пизда. Вот. Да, фантазия была классная. Парни, которые играли в вулкане, так не думают. Там реально лава. А что здесь должно быть-то? Надо покушать. Где мои батончики? А? Где? Здесь. А там ледокол по-любому должен быть, что зимнее место. Где? У меня просто много вопросов насчет зимнего места. И там сразу вижу... Ну дыра вон слева, как я и говорил, но... Вон она. Должно быть сразу и это... Макулак. Так они же не в одном месте. Ну я понимаю, но сеть туннеля-то одна здесь. Да что там такое на горизонте стоит? Так, мы перекинулись в воду и где-то вот... Мелик, а что это такое спереди? Где? Вон. Где? Да вон там спереди, вон на снегу. Чё это такое? Я не вижу, я травку пособираю. А что это такое там такого странного, как... Что это за постройки? Или это деревья такие? Ёпт. Да кусты! Ля, я думаю, что за дерево там такое появилось? Я травку пособираю. Собирай травку. Так, и где-то здесь по центру должна быть, типа, как... Чё искать-то? Черепашка здесь делает. Так, черепахи. Ладно, где-то по центру должно быть спуск вниз. Не по центру, а ближе к началу зимней. Так, я кабана вскрыл, можно идти дальше. Сердцо. Получается, высокая гора где-то вот там, да. Вот там. А где башка кабана? Бля, ее нельзя насадить. А так... Ебать! Чё? Чё за постройки такие, я ещё не видел. Где? Ебать, вот на меня иди. Это горки, они здесь развлекаются! Блядь, ну рели! Ну на парк местный. Туземцы развлекаются? Да, смотри! Они такие. Заеби, сейчас бы в текстурку попасть. Блять, крокодил, чувак! Где? Внизу! Блять! Я же говорил, крокодил может водиться. Я не знаю. А ну! Кошелек, куда ты пошел, нахуй? Иди сюда, ебаный кошелек. Ты его что, пизди? Да. Я вскрыл крокодила. Его жарить. О! Головка. Парень. Посмотри сюда, парень. О, какой милашка. Лови.
пришли. Сейчас назову его Мурзиком. Так, и куда примерно идти? Давай полутаемся здесь, в ящике. Я уже почти полутался. Нам в правую сторону, в дыре. Туда. Мне батарейки найти для моего луча пещере. Радости. В пещере мы все. Я их на постой в пещере находил. Бля, черепашки! Чё на ней рубится? Оставь покоя, браконьер хуев. А что из крокодилий? Что еще говорит, блядь? Я вообще-то добра желал тому крокодилу. Я вот даже шкурку себе оставил. Трофей, все же. Если под ноги, значит где-то тут. А, все, палок максимум. Сейчас, просто тут. Что я должен искать? Дыра какая-нибудь или что? Или дыра, или типа вход в пещеру, знаешь, как обычно, в скале. Бля, ну с этим будет проблема. Если на полу что-то есть, то это... Ну, походу, это как вход в пещеру. Скорее всего, дыра в полу. Не-не-не. Было бы логичней. Сомневаюсь. Ой, а чё у меня хп так мало? Надо попить чего-нибудь. И пожевать. Бля, ну что так стамина быстро кончается. Кстати, аборигенов здесь что-то не наблюдается. Но это, видимо, та локация, где их еще пока нет. Не завезли аборигенов. Вон ледяная уже пошла, гряда. А, вот нам туда. Ну, вон она. Вот туда, к вот этим подножьям. Ну, ты смотри со своей стороны, я только не знаю, замерз ли я. Просто сейчас сориентируюсь по карте. Что? Но заснеженный будет вообще пиздец, как видно. Мы пошли по водостоку вверх. Это... Сейчас открою другую карту. Ну ты смотри, я пока пробегусь. Вверх. Вот еще бы нарисовано здесь. О, грибаса. Блять, невкусный грибас, походу. Нихуя не нарисовано. Ладно, будем искать. Ну, бля, мне кажется, проще уже пойти в какую-нибудь уже известную, потому что это реально, ну, так можно долго бродить. Ну, где-то, походу, у тебя, ну, получается, гора, как идет возвышение горы, и под горой, типа, вход или спуск, я не знаю. Оно просто недалеко сразу находится от снежного биома. Почему я так стимулирую быстро кончается? Ну, я вот гуляю, все, и ничего подобного тут пока не наблюдаю. Ни отверстий, ни дырок, ни свесов, ни спусков. Сейчас я буду еще чекать. Тут вода. Я еще поброжу, конечно. Не, просто как бы... Знаешь, когда ты бегаешь и не знаешь, чего искать? Ну, это сейчас и делаю. О, тут... блядь, аборигены все-таки есть. Только щелочку или дырку искать в полу. Аборигены тут все-таки есть. Ага. Блять, как масло разрубил нахуй. Че, еще один хочет? Так, походу, вот это вот. Похожее место. Я посматриваю, но единственное, что вот когда переходишь. С зеленого на белый глаза утекают просто напрочь. Что-то хуже. Так, Бэмби, тебе пиздец. О, лагерь нашел. Блять, абориген заебал. Слышь, лагерь вижу. Аборигену? Да. Если вот это верить тому, что я вижу, значит... Походу нашел. Не уверен, но сейчас скажу точно. Ну ищи пока, смотри. Если точно будешь уверен, нашел. Скажешь. Нашел. Иди. Иди на мне. Нашел. Ей, блядь! А можно когда на дерево рубить? Погоди, сейчас я приду. Секунду. Я тут с водопада спускаюсь. Может, меч Артура здесь какой-нибудь лежал бы? Я бы обрадовался, может быть. Нашел, да?
Все, бегу. Перезарядить. Кого? Ты что там, варигену тушишь? Не, я тестирую флэрган. Так, я выдохся. Тар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 а. Тарарарарарара. У меня 20 палок есть. 96. А абориген стоящий просто так в поле. Два абориген стоящие просто так в поле. О, блядь, элитные аборигены пришли ко мне. Я вижу. И сзади тебя. Да я вижу, вижу, вижу. Минус один. Ебать, у него глаза замотаны. А что сейчас крикнуло? Это падон. Я таких еще не видел. Еще сзади. Да таких? Хуй на нее пошли, блядь. Это пчелка. Ау! 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 Надо. На колбасу нарез. А, я нашел, кто кричит. Где мой фонарик? Бля, где мой фонарик? Так, короче, в рот вам ноги, я пошел. Так, хорошо. Тут? О, что это за скважина? Это морозилка, похоже. Холодильник местный? Да, стань с ним мячик. Ну, мы тут еще точно не. Не-не-не, точно, тут точно не больно. А где я какой-нибудь что-нибудь с костром возьму? О, блядь, там эта хуйня бегает. Какая? Я сразу беру. Бля, как кинуть-то? Зажигайся. Видишь? Молодняк ходит. А, так мы типа такого места только что же уходили. Лови маслинус. Так, давай я сначала выброшусь, потом ты будешь убраться. Ну давай, как хочешь. Ну ты не спеши пока, тут еще эти есть. Покидаю в них коктейльчиками. О, двое загорелось. Блять! Давай без... оно забирается наверх! Кто, блядь? Многоножка. Пиздит. Нет, все нормально. Борщ водка, блядь, у меня пишется. Давай. Ты спускаешься? Не-не, рано еще. Рано для чего? Блядь, не попал. Жигай. О, смотри, кучкуется. А чё, он куда ушла? Мяу-мяу-мяу. Давай, да иди встань на мое место. Там оттуда можешь кидать. Иди на мое место. А, вот она побежала. Иди на мое место, вот справа встань, да и все, там кидать можно. Куда она делась? Нет. Да она под ногами стоит. Да она под ногами. Блять, ну и скидывай меня. Я не вижу. Да вон она справа стоит, вон она. Да мне камни мешают. Да я туда стал. Да ты заебал! Блять, ты сейчас пойдешь, чувак. А, вот, появилась чушка. Можно под цвет, пожалуйста? Под цвет? Сейчас. На, гори, сука. Слушай. А, закончились. А, у меня еще пока есть. Бросай, я буду светить. Просто не хочу сейчас просаживаться по медицине и всему этому остальному. Алкоголь, блядь, везде есть. Нет, он не поджигает. Блядь, ну как цель? Не поджигает. Ну, попробовать-то стоило. Да не поджигает это, блядь, никогда. Вон она, пацан. Ну чё, готов? Чё, спрыгивать? Да. Думайте, давай. Давай. Готовься принимать. Блять, звуки, конечно, не айс. У нас катана, у нас, блядь, урон должен быть повыше. Так, занимаюсь.
Ты занимайся парнями, я пока... Да, да. Блять, подсветить что-нибудь. А, во-во. Почему парни у меня? А потому что я не вижу. Темно было. Давай, на меня. Давай, как колбасу и ебошь. Все. Умри! Помнишь, как в том фильме? Успокойся. Она уже мертва. Умри! А, вот, помнишь картинку с крестами, блядь, на заборе? Да. Во, видишь место? Ну там 5 крестов было, правда. Ну, мальчик, блядь, Тимми. Блядь, это место священное, блядь. И кресты в воздухе висят. Где? Да у меня крест в воздухе висит. Ебануться, блядь. Ёбаный сатанист пришел. Блядь, может нахуй... Ебать. А, справа иди. Там как раз и... Где оно? Где-то скалазная хуйня это. Блядь, пидор. Он просто вышел. Парни говорит, не пойду где-то я с вами. А, мы же здесь вроде были. Ну да. Что-то похожее место мы были. Ну и тогда... А, иди сейчас налево иди, налево. А ну он... Не, вон блядь, там она. Блять, только не упади, я тебя прошу. Я вроде внизу находил. Не. Да, вроде внизу. Или не? Бля, я детей нашел. Почему я выбраться не могу отсюда? Чё за хуйня? Блять, я не могу выбраться. Чё за хуйня? Меня не пускает, мне невидимая стена. А, погоди. Чё за дичь? О, я нашел записки. И краску. Минус 2. Я нашел минус топор. 3. Кого нашел? Новый топор. Помнишь последний, который мы находили? А. Фонарик еще один нашел. И кисточку нашел. Я тут миллиард коробок нашел. О, я с противоположной стороны. А чё, фонарик? Что, фонарик сдох или чё? Бля, у меня фонарик сдох, сука. А у меня есть батарейки. О, заебись. Нормально. Так, а ты, если что, сможешь подойти сюда? Да, я думаю, да. Потому что тут нужен крюк, а у меня крюка нет. А я не знаю, что внизу. Я еще картинки нашел. Понимаешь? А, вижу. Ну, у меня тут вроде спуститься можно. Ну, можно. И там, походу, он где-то и внизу. Ну, где-то подо мной, судя по всему. Так, я спускаюсь вниз еще. Давай, аккуратненько спускайся. Я же говорил тебе, что внизу, ну, походу. Ну да. Я только просто не вижу. Погоди, да, я флайер вниз кину. Блять, как здесь шумно здесь, ну? О, ясно, я отсюда так просто не спущусь. Мать твою, вот эта дыра тут. Так, бабуинов здесь нету? Мелик, у нас, точнее у меня тут только... Пещера, блядь, чудес. Мелик, ты меня должен поднимать будешь. Не, у меня тоже тут только проходится с этим... А я, значит, жду, пока ты ищешь эту хуйню. Все, я выбираюсь наверх. Я не пройду здесь, я умираю. Ты что, смеешься? Я на пол взрываюсь, говорю. А ты свалился где-то или что? Нет, я стою, но... Тут такой участок, где только упасть можно. Бля. Воды внизу нету, я бы в воду упал, но воды нету. Ща, погоди, я просто дальше спуститься вниз не могу, блядь, потому что там это... Я сверху спустился. А, не, я поднимусь. Ты, блядь, потом поржешь, каким образом я это сделал. Просто, блядь, по ответственности скорее вверх залез. А, ну это нормально. Я так от этих придурков. Чувак, я не могу выбраться, что это за хуйня? Серьезно, меня невидимая стена не пускает. Меня не пускает невидимая стена. Я не знаю, что это. Я не могу вы... О, блядь, отпустила. Там нельзя, там не иди, нет смысла. Там, давай сюда. Что тут?
Нам, короче, как-то вниз спуститься, на нижний ярус. Там я был с той стороны, там надо только вот этот ледруб. А здесь то же самое. Погоди, а в воду прыгнуть вариант вообще? Да ты что, хер знает, там ты здесь был? Где? Был я там. Там нет прохода. Сундуки ты не подкрывал? Ну я просто пробежался здесь, мне не до этого было. Там маленькие дети были. Тут, ну веревки. Тут вещи только. Ну так надо вниз, вниз спуститься. А чем ты спустишься? Ну вот вниз, все, видишь? Дальше только по тросикам. Вижу, вижу. Туда нельзя спуститься дальше. Не, я спустился, я как раз вон там вот на пьедестале там стоял только что. Обидно. Ну я не знал, что здесь такая штука. Ну ради интереса, может быть, сюда когда-то вернуться. Для интереса. Блять. А может это быть, кстати, и проход типа на самый нижний уровень туда в яму? Блять, не туда. Ты упал? Нет. Я по краешку здесь пробежался. Ты хочешь спуститься? Нет, я просто смотрю. Да, бля, если был бы вариант, я бы спустился, но я не хочу рисковать такой долгой прогулкой. Так, а где выход? Вот. Бля, тут, короче, надо как-то по-другому искать. Я ж тебе говорю, может попробовать все-таки с острова зайти? Надо найти, блядь, ледокол и акваланг, и можно спокойно пиздонить в яму. Так ты найди акваланг. Да я ебу, бля. Вот и я протажу. А, ну вон стенка-то. Напротив. Блять, я чуть не разбежался, не прыгнул со скалы, реально причем. Надо тут джерельнибо делать. Так, а ты налево ходил, да, там ничего? Угу. Ну я уже вышел. Че, пойдем той дыркой? Я уверен, что там можно пройти. Я даже помню, как там заходить и куда, где дорога. Я тоже. Что, маджахеды где-то рядом? Да. Заебал. Моя катана, блядь, пизжит твои дубинки, блядь, пидорас ебаный. Точно. Я, блядь, аниме смотрел, тебе пизда, короче. Там еще живой остался? Да, живой, ты прикинь, блядь, охуел. Так, а где мы? Иди на меня, сюда. Ты видишь яму? Нет, яму не видно, но здесь тоже будет спуск. Блин, не помню, где-то яма левее должна быть сейчас. Яма перед нами. Мы сейчас будем идти прямо, она будет прямо. Спуск сейчас. Капитан, вы или это? Спуск. Так, походу мы здесь были в этой. А, я пойду в палатку засейвлюсь, если это реально. А вот, вот спуск есть, слышишь? Я засейвился. Давай тоже засейвлюсь. Не хочу рисковать. Шли, вот, вот спуск еще. Да, блядь, ты в меня влез, сука. Пролагало. Ну, здесь всегда, знаешь, какая загрузка, локация такая местная. Так, где мы в этот раз? Где-то, где много где воды. Ну, в принципе, как обычно. В конкретных хибнях, потому что спуск очень долгий. Ну, мы к водопаду опять, только с другой стороны. Да. Мы прошли-то чуть-чуть, получается. Блядь, чё так долго-то? А, вон, вижу. Ну да, вот мы должны выйти сейчас к этому. К ледоколу этому. Ледорубу. Ледокол или ледоруб. Так. Палатка с ништяками. Ха, нет. Вспоминается это место. Можно сохраниться. Да, надо бы. Да, вспоминается. Мы здесь были, картинка знакомая. Да мы здесь почти везде были, давай так. Что это за дерьмо? На флайер. Где мой фонарик?
Так, ну куда-то не туда. Вон туда и надо. Вон вниз спуск. Парень. Сюда. Так, страсти снизу нет. Походу, что есть. Надо флайер кинуть. Судя по топоту и по шажкам. Жиробас там, блядь. Да-да-да. Помнишь лодочку эту? Она внизу. Смотри, не, не сильно не поджимайся, блядь. Чё, пойдём жиробаса убивать, хули делать? Не, можно его пройти, конечно, но такое... А здесь больше ничего нету, точно? Да, вроде бы. Разве что под водой что-то, но я тут нихуя... Не-не, под водой ничего не было. Под водой тупики, то есть, ну... Да, мы... да, да. Мы как раз с обратной стороны идем, мы с той шли. Мы жирного пили, пиздили там. Я помню, где-то так акваланг, чёрт. Ну пошли, бля, пиздить. Пошли. А, вот этот подвешенный альпинист, вспомнил. Да-да-да-да. Он тоже пытался спуститься. Вот цикливый, блядь, ползёт потихонечку. А я такой мимо чьих-то глаз проезжаю. За проезд передайте. Сейчас я, блядь, за проезд кондуктор придет отпиздить тебя еще ногами. Ой, блядь. Чувак, давай, дай хоть катану возьму. Отвлекай его. Чем, блядь, анекдоты ему рассказывать? А ты... В сторону уведи его, чтобы я не получил дамедж. А можно его поджечь? Можно. Чем? Коктейль дим. А зажигалкой не получится? Вот подойти к нему сказать. Подожди, сейчас... Hello. Да, Поджигается, пиздобол. Блять, жмыхи нахуй. А! Я его пистолетом... Блять, ну ты дурак. Я нихуя не вижу. Ты меня поджег. Блять, Хмельник, я тебе умру. Мать его, Хмельник, блять! Вижу. Все, умираю. Не надо. Дай, отагри на себя, отагри на себя его. Блять, Хмельник, я ж говорю, пизда мне. Я ж тебя попросил, отагри на себя. Да я умер же. Я тебя поднял. Да. Блять, пробежал мимо. Чувак, я не могу ничего делать, я не вижу. А почему я... А чё ты? А чё это было? Поднимаю тебя. А ты куда, куда пропал, блядь? Давай загрузимся. Ты куда пропал? Я провалился. Я тебя поднял два раза. У меня почему-то смерть засчиталась. Не знаю, я тебя два раза поднял. Бля. Ну я жду тебя в этой яме, получается.